Всем добрый день. Сегодня такой немножко спонтанный мне эфир. Небольшой будет. Напомню, что я работаю в компании Вилави, и уже 2 года практически, в апреле будет 2 года, как я работаю с этим продуктом, сама его принимаю, да, и мне он очень нравится. И поэтому у меня есть желание рассказывать именно об этом продукте всем своим знакомым, друзьям и так далее. И сегодня я хотела бы немножко, прямо буквально 2-3 слова сказать о нашем флагманском продукте Т8 Extra. Именно с этого продукта началась история компании Вилави. Именно этот, можно сказать, уникальный, универсальный продукт, который помогает людям с различным спектром заболеваний, ну, скажем так, от таких простых, как нехватка энергии, сонливость, да, бессонница, может быть, у кого-то, какие-то аллергические проявления на цветение, на шерсть и так далее. Сложные аллергии — это экзема, псориаз. Также очень много отзывов положительных о том, что благодаря Т8 Extra снижается у людей сахар и так далее. То есть можно перечислять, скажем так, бесконечно спектр тех заболеваний, при которых помогает Т8 Extra восстанавливаться. И сразу скажу, что это не панацея, не какая-то волшебная таблетка, да, это не лекарство, это у нас пищевые продукты, вообще вся компания построена именно то, что это пищевые продукты. И в первую очередь, конечно же, они имеют все профилактическое значение, но благодаря тому уникальному составу, запатентованному составу CBXP-комплекс, который был разработан томскими учеными, благодаря этому составу у нас происходит восстановление организма на клеточном уровне. И вот сегодня я немножечко как раз-таки расскажу, да, как же это происходит, за счет чего, за счет каких компонентов и как это восстанавливается наша клеточка. То есть получается, что все мы состоим из клеток, все наши органы, все системы, да, кожа, волосы, там, печень, сердце, селезенка, неважно, любой орган или систему, которую мы возьмем, у нас много-много клеточек в организме. И когда какая-то клеточка у нас нарушена, ну, болеет она, допустим, да, или, там, я не знаю, продырявилась каким-то образом, то есть, ну, ослабла, там, еще что-то. В общем, у нас это появляется слабое место, куда может попасть какая-то инфекция, начаться воспаление, там, и так далее. А плюс, если это еще усугубится стрессом, неправильным питанием, экологией, то этот процесс может развиваться достаточно быстро. И вот если в определенном органе, в каком-то, ну, допустим, там в сердце или в печени, у нас будет много таких больных клеточек, уже поврежденных, да, то и появляется у человека какое-то заболевание. И потом оно постепенно начинает переходить в хроническое заболевание. Естественно, там уже только медикаментозное лечение помогает. Ну или не помогает, там уже в зависимости от того, какое это заболевание. Так вот. Продукты Т8 Extra — это, как я уже сказала, не БАДы, не лекарства. Они у нас в первую очередь для профилактики, но они также воздействуют у нас на саму клеточку. То есть благодаря компонентам, о которых я чуть позже сейчас расскажу, у нас идет восстановление мембраны клеточек, ну, скажем так, оболочек, да, каждой клеточки. Они становятся более прочными, более эластичными, более здоровыми. И когда клеточки у нас выздоравливают, то, соответственно, выздоравливает какой-то орган или система. И все вот эти заболевания, в том числе и хронические, которые в медицине считаются даже неизлечимыми, они могут переходить, скажем так, в глубокую стадию ремиссии, да, и много лет уже потом не беспокоит человека. Вот. Но опять же, еще раз повторю, что это не лекарство, и как бы мы не отменяем рекомендации врача. То есть, да, можно корректировать и смотреть по состоянию здоровья, да, то есть если наступает улучшение после 1, 2, 3 курсов применения данных продуктов, то, конечно же, можно скорректировать и какие-то лекарства, допустим, или таблетки там убрать, но, опять же, по рекомендациям врача. Вот, поэтому здесь все нужно как бы корректировать будет. И вот благодаря вот этим восстановленным клеточкам у нас восстанавливается весь организм. Ну и какие же компоненты у нас входят? Я уже сказала, что в Т8 Extra у нас CBXP-комплекс. Томские ученые смогли соединить
два компонента, несоединимых, благодаря третьему, и получили вот такую формулу. Первый компонент – это полипринолы. Кто-то уже, возможно, слышал, кто-то нет, но я думаю, что из курса биологии в школе вы слышали такое название, как долихолы, да? И у нас во всех растениях есть полипринолы, в хвойных растениях их больше, чем в обычных, у животных есть, да, у нас в организме они преобразуются в долихолы. И вот когда вот эти полипринолы берут, скажем так, из хвойных вот этих вот иголочек, да, из пихты, и они у нас, попадая в наш организм, в печени преобразуются в долихолы. И так как у нас под воздействием стресса, неправильного питания, каких-то воспалительных процессов и так далее, у нас происходит, ну скажем так, постоянная потеря этих долихолов, да, то организм, соответственно, ослабляется. И мы получаем полипринолы через пищу. И получается, что в день нам нужно как можно больше получать этих полипринолов, чтобы была хорошая сопротивляемость организма, и чтобы нам, ну скажем так, элементарно не разболеться. Вот. Но не всегда это получается. И вот благодаря тому, что в Т8 экстра у нас концентрация полипринолов 85%, то есть это очень-очень высокая концентрация, но если так по статистике, да, то более 80%, когда уже идет концентрация, то это уже считается как лекарственный растение, вернее, лекарственный препарат. Вот. Но все-таки здесь заявлено, что это пищевая продукция. И да, кстати, хочу сказать, что именно в этом месяце, в феврале, компания обновила этот продукт, и сейчас он будет выходить с концентрацией полипринолов 90%. Вот. Это еще более, скажем так, усиленный вариант, да, для восстановления нашего организма. Вот это вот первый компонент, который входит в CBXP-комплекс в Т8 Extra. А второй компонент – это клеточный сок пихты. Ну, в принципе, я думаю, что клеточный сок пихты достаточно понятно, да, что это такое. То есть это особым образом измельчаются хвойные вот эти вот иголочки, да, они там подвергаются воздействию температуры низкой, давлению и так далее. И берутся все полезные вещества, все полезные компоненты, которые есть у нас в хвойных деревьях. Это какие-то минералы, то есть там витамины, минералы, да, то есть все, что необходимо для хорошей жизнедеятельности и здоровья человека. То есть это и марганец, и цинк, калий там, и так далее. То есть много-много всяких компонентов идет. И особое внимание хочется обратить на такой компонент, как мальтол. Это природный антиоксидант, который помогает хорошо усваиваться железу в нашем организме. То есть поэтому именно Т8 экстра имеет легко усвояемое железо. Вот. И благодаря вот этому вот свойству, да, мальтолу и тому, что хорошо усваивается железо в нашем организме, у многих людей проходит такое заболевание, как анемия, то есть низкий гемоглобин, низкий ферритин, все это проходит, и, естественно, последствия эти тоже проходят. Вот, потому что организм насыщается железом. Ну и третий компонент – это паста CGNC, это хлорофилл-каротиновая паста. Все время забываю это название. Итак, значит, вот в этой пасте тоже собраны все вещества, которые имеют огромную пользу для организма человека, именно взятые из хвойных деревьев, из хвойных иголочек. И этот компонент, он имеет идентичные свойства, как с нашим гемоглобином, только у нас там получается за счет железа гемоглобин имеет красный цвет, да, а у хлорофилла за счет натрия появляется зеленый цвет. Вот, ну, тоже получается, что это очень полезный компонент для нашего организма и для нашего восстановления здоровья. И вот благодаря вот этим вот, вот этому комплексу, вот этим компонентам у нас и получается восстановление каждой клеточки организма. Вот это вот такие вот, почему у нас происходит восстановление, вернее, избавление у людей, очень много отзывов, когда избавляются от различных заболеваний, да, и таких, казалось бы, ну, достаточно
серьезных, за которые даже не всегда берутся врачи. И еще хочу сказать, что буквально 2 дня сейчас, ну вот скажем так, я могу предоставить вам скидочку, да, кто будет, захочет попробовать этот продукт на себе, испытать его свойства, могу вам предоставить скидочку 9 и 10 февраля. Для этого просто нужно написать мне, что вы хотите его попробовать. Ну, естественно, буду вас консультировать, помогать, как принимать, там где-то подкорректируем все. Вот, если еще будут какие-то вопросы, то пишите, я буду отвечать. Если нет, то такой спонтанный прямой эфир я уже буду заканчивать. В любом случае, на все вопросы я могу ответить в личных сообщениях или при личной встрече. Пока не вижу вопросов.